Cascallón. Реки и опасности. Процентов на 90. Ни масштаба, ни места, ни опыта. В прошлых раз. Никакого. Это был первый сплав. Страшно было только вчера, когда второй экипаж пошел первыми на водопад «Малыш». И был шанс неправильно зайти в мощный слив 4-метровый. Тогда было страшно за ребят, потому что ты стоишь на берегу, и максимум, чем можешь помочь, это одной морковкой. И не факт, что это будет весь экипаж, а скорее всего будет только один человек. И то, если он сможет за него хватиться, если катамаран перевернется. Там он лежал, обратная бочка, все. Ну, в серии пусть все получится. Так и шли так-то всю дорогу. Так и шли. Gangsters.
надо было. Что уходим? Куда уходим-то? Что делаем? Что делаем? Разворачиваем. Ух ты, не то и то. Ладно, не то. Что делать? Что делать? Никита! Зачем ты ходишь в горы и водишь людей на эти реки? Ну, я считаю, что город – это скучное место, оно нас убивает. Человек, он вообще из природы пришел. Как бы хочется людям это как бы показать, донести. Очень много сил всегда тратишь, чтобы собрать людей. Вот. Но люди потом благодарны, то есть всем это нравится, потому что это не может не нравиться. Город, он не для человека, потому что человек, он все-таки вышел, он должен быть ближе к природе. Вот. Ну а по поводу похода, поход, я считаю, удался, сильно не рисковали, прошли весь Можой. Но обнесли 4 порога, 2 непрохода и 2 посчитали опасными. В общем, в следующий раз пройдем. Вот. Спасибо всем, что поддержали мою идею пройти сложный поход сплоченной командой. То есть, не имея опыта, мы вполне безопасно проходим сложный маршрут и вполне успешно, я считаю. То есть хотелось доказать, что можно это сделать. Даже люди в первый раз взяли весло, мы их научили, обучили, все показали. Поэтому все классно получилось. Надо придумывать новую цель, потому что мы прошли очень сложный маршрут. Очень интересная река, вот. Нам надо двигаться ведь вперед, то есть маршруты должны быть более интересные места, но красивые. Вот. Поэтому у нас целый год впереди, чтобы придумать новое интересное путешествие, новую экспедицию. Вот. Надеюсь, вы меня поддержите. Спасибо.